Учитель физкультуры из Нижегородской школы номер 156 Сергей Лебедев, ставший лауреатом конкурса «Учитель года России 2018». Сегодня провел открытый урок по предмету, который у многих был любимым в школьные времена. Именно он представил наш регион в финале столь престижного конкурса впервые за 10 лет. Если честно, в классе в 9-м, если бы мне сказали, что я буду учителем, я бы, наверное, посмеялся над этим. В конце 11 класса мне предложили стать старшим вожатым в данной школе. Соответственно, в школе я работаю с 2008 года. Скажем так, не успел уйти из школы, остался здесь. Уже с первого класса и по сей день это все моя единственная одна школа. Сразу после 11 класса он начал работать в родной школе старшим вожатым и одновременно учился на заочном отделении Мининского университета. На уроках он не только преподает профильную дисциплину, но учит работать в команде и ценить коллектив и друзей. В первую очередь, наверное, учитель должен хотеть научить. Это творческий процесс. И если педагог хочет, если он желает двигаться вперед, то и ни один ребенок никогда не будет отказываться от знаний, от каких-то новых эмоций и будет ходить на урок, слушать, участвовать во всем. Потому что если ему становится интересно, то он готов работать на максимум. Программа всероссийского конкурса «Учитель года 2018» очень насыщенная. Так, надо было показать и урок, и классный час. Это отдельная конкурсная часть для тех, кто попал в 15 лучших. И наша Нижегородская область, наш Сергей Лебедев, смогли это сделать. Ну, во-первых, я хотел Сергея Лебедева поздравить с этим замечательным успехом. Я в свое время присутствовал при региональном отборе. У меня было ощущение, что этот парень обязательно покажет себя в федеральной площадке, в федеральном уровне. Так и получилось. Очень здорово, что он представляет такой замечательный предмет, как физкультура. Я думаю, что это дополнительное привлечение внимания к необходимости занятия спортом. В физкультуре очень важно проявлять такой инновационный творческий подход, если хотите, чтобы заинтересовать детей. Сергей Лебедев – настоящий профессионал своего дела со своим уникальным подходом к работе. Финалист конкурса рассказывает, работа учителя открытая и динамичная, заставляет постоянно развиваться. Хорошо объясняет, дает свои какие-то примеры, то есть на уроках он как бы сам сначала все сам показывает, потом мы уже пробуем. Я очень горжусь им. Я думаю, что это самый лучший учитель, который у меня был. Всегда на позитиве, с улыбкой, доступно объясняет материал. Вот, к примеру, он показывает и практику, и потом приводит к ним примеры из жизни. Мы учимся у Сергея Валерьевича, и у него очень интересные уроки. И понятно, и доходчиво объясняет. Он очень хороший учитель. Благодаря ему я полюбила физкультуру. Его энтузиазм, у него очень... Он очень открытый. Он относится к своему предмету с любовью и с уважением. Он хорошо находит общий язык с каждым. Как и с девочками, так и с мальчиками. Как отмечают эксперты, в Нижегородской области созданы все условия для профессионального роста и развития педагогов. Доказано Сергеем Лебедевым, его коллегами и учениками. Даниил Воронов, Михаил Гордняков. Время новостей.